Сегодня я решил заехать на братскую могилу солдат Великой Отечественной войны. Вот не знаю почему. Недавно посмотрел фильм о той войне, и почему-то захотелось приехать сюда. Мой отец много рассказывал мне про своего деда, моего прадеда, который погиб на этой войне. И сопоставляя его рассказы с тем, что я вижу в нашей стране, у меня возникает, растерянность, что ли. Я самый обыкновенный парень. Мне нравится ходить с друзьями в клубы, я люблю рок-музыку, мотоциклы, хорошие фильмы. Меня с моими друзьями связывает множество разных интересов. И я всегда считал, что так же точно я со всеми моими ровесниками. Вот наши прадеды во время Великой Отечественной войны воевали за одно и то же. Так почему же сейчас фашисты так легко вернулись на эту землю? И почему на их стороне люди, чьи родственники погибали, уничтожая фашистов? Как вообще это явление могло опять здесь появиться? Наши родители не смогли сохранить огромную страну, которую создавали их деды. И может быть вместе с ее уничтожением фашизм зародился снова? Или фашисты никуда и не исчезали, а просто притаились и ждали подходящего момента? Я вижу, что история повторяется. Значит, и война будет новая. Ну тогда для чего погибали наши прадеды? И как бы они сейчас поступили на нашем месте? Красноармеец Курбатов. Я. Встать в строй. Есть. Красноармеец Сигида. Я. Встать в строй. Есть. Красноармеец Нёнин. Я. Встать в строй. Есть. Красноармеец Авершин. Я. Встать в строй. Есть. Красноармеец Николов. Я. Встать в строй. Красноармеец Рубин. Не хочется даже думать о предательстве своих родных. Я никогда не смогу предать своего прадеда, хоть я его никогда и не видел. Просто предав память о нем, я предам своих родителей. Все же взаимосвязаны. Я вижу, что наступает время выбирать окоп, и для меня этот выбор очевиден. А в каком окопе окажешься ты?